Под окнами стоит белый джип АН-6286ИС, который отравляющим газом дует мне в окна. Вот, прямо под окнами поставили. С темными тонированными окнами. Мерзавцы. Каждый день ставят новую машину. Это явно преследование. Явно преследование с отравлениями. Вот они, мерзавцы. Вот он номер. АН-6287ИС. Джип-бат. Так, белый микроавтобус приехал выстреливать отравляющим газом. Вот он стоит с забрызганными номерами. Полностью специально. Так же, как и будка. Вот проезжает будка, тоже не заправляясь. Выстреливает и проезжает. Вот она, преступная схема их деятельности. Проезжает через заправку, выстреливает в окна отравляющим газом и уезжает. Так, поехал микроавтобус А020 ДОС, брызгающий отравляющим веществом, белый. Вон он поехал, мерзавцы-преступники. Погнали на большой скорости, во дворах, не останавливаясь. Так, уже... Другую поставили, 31-ю Волгу, А570НВ, такси, дуть отравляющим газом не в окно. Вот, пожалуйста, А570НВ, 31-я Волга, такси уже стоит там же, где ставил свою Волгу Е102ВМ. На те же самые места выстреливать отравляющими веществами мне в окна. Прошло 5 минут и поставил уже и этот свою 31-ю Волгу, чтобы в две машины уже выстреливать. Е102ВМ, которая стоит задом. Прошло 5 минут. И все та же такси. А570НВ. Которая стоит уже, ну, явно. Явно очень долго для такси. У нее на кабине
характерная с шашечками. Надставка. Ну вот, вот так вот. Здесь уже собрали скопище машин, чтобы мне на кухню выдувать отравляющие газы. Вот они. Вот они, преступники. Так, а с другой стороны у нас стоит четверка на заправке. Тоже позиции выстреливать отравляющим газом мне в окна. Вот она и сразу удирает. Начиная съемку, и сразу она удирает. Двойка это. Вернее, четверка Жигулей. Ну и там вот автобус поехал тоже, который уже перед этим явно банковский, который тоже, кстати, я заметил, выстреливает отравляющими газами. Используются. Они все время быстро удирают. Боятся светиться. Так, он пошел. Вредитель с кульком, из которого он отравляющий аэрозоль распылял по ветру. Стоял. Стоит синяя тентованная будка «Газель». Дует отравляющим газом. Так, сразу прибежал водитель выстреливать отравляющим газом. Только я зашел в ванну, сразу полез. Он в машину выстреливать газом. Только я зашел в ванную почистить зубы. Сразу же он полез. Полез в машину, пришел. И вот он там сейчас наводит и выстреливает. Сразу ему сообщили, и он пришел из-за угла. Вот он. Идет. Сделал вид, что что-то взял. И идет. Вот этот мерзавец. Так, снова белый микроавтобус. Другой уже, конечно, но они постоянно подгоняют. У них этих микроавтобусов сотни снаряженных. Ну и так же, как автомобили, вот, которые просто проезжают. Вот ему команду дали. Стоять. Он стал, как баран. Сейчас ему дадут команду едь. О, он прикрыл. И микроавтобус сразу вот прикрывает. Чтоб номера не снять. Этот тоже там вылез. А заправщик тоже номер закрыл. Вот микроавтобус удрал. Ну, они все действуют это группами. Группами шакалов. Они шакалы. Вот по Киплингу. Это все шакалы. Вот они, вот она, группа шакалов, это удирает сейчас. Сейчас заправки, вот там видно было хвост. Так, вот. Поставил свою черную машину. 15-ю.
Жигули, закрывает номер стоящим на заправке автобусом, микроавтобусом, который выстреливает отравляющий газ, отравителей этих чертей, которые бесятся и травят людей преступных. Вот очередной микроавтобус подогнали выстреливать отравляющими газами. Так, вот еще белый микроавтобус «Газель» проскочил, на ходу выстреливая. И там джип несется, удирает на той стороне, он белый, тоже стоял, выстреливал. Так, вот сразу же и удрал этот микроавтобус. Следом за ним синяя, там не понял что, Chevrolet проскочила тоже. Участвуют все. Десятки и сотни автомобилей. Прошло 5 минут, и уже стоит будка «Газель». Вернее, не «Газель», а китайская машинка, там «Фотон» или еще какая-то. Вот. Тоже стало так, чтобы номера не было видно. Ну, а за ней тоже проезжают сразу скопом. Скопом проезжают выстреливающие. Вот, зеленые «Жигули». Там заехали, чуть ли раком не стали. Сразу начал бегать с коробками. И причем бежит он... Тут сразу прибежал этот. Ну, в общем, театр начали разыгрывать. А зеленая «Жигули» тем временем выстреливает отравляющий газ там, которая стала не понять как. Так, и сразу же эта будочка эта сразу начинает удирать. С тонированными стеклами, причем по бортам машины. Вот, удирает. Преступники, отравители удрали. Вот как слаженно работают эти банды шакалов, отравителей. Вот она удирает. Зеленые «Жигули» номер Е412МВ. Или МЕ. Вот. Которая дует отравляющим газом. Ну, там проскочила еще машина какая-то. В общем, преступники атакуют. Совершают газовые атаки. На той стороне пристроилась. Вот. «Газель», микроавтобус. Вот это «Жигули». «Жигули» резко сдают. Как только я перешел, вот она резко. Вот она, это «Жигули» едет под окна брызгать. Мне под окна поехала брызгать отравляющим веществом. Так, стояло такси под окном. А-197-ВТ. Стояла и брызгала отравляющим веществом в окна. Поехала вот только что. Удрала. Вон она,
удирает. Тут уже на стоянке нагнали кучу автомобилей, которые тоже выстреливают отравляющий газ в окна. И там прячется угол микроавтобуса. Темно-синего. С номером В-357. В.С. Так, сразу подогнали еще машину прям под выстреливать под окна. Вот, и там еще Жигули выехала. Ну и еще вот куча автомобилей стоит, одни крыши торчат, которые распыляют аэрозоли по ветру. Вот сразу удирает эта автомашина. Высадила кого-то и удирают. Вот они с копом все удирают. Вот они все с копом удирают. Это банда шакалов. Шакалов-отравителей. Вот они все с копом. Все с копом они вот стаями они. Стаями удирают. Вот Шкода следом. И это тоже вот крыша под забором. Мечется вот. Вот тоже. Вот она, мечется. Вот, вот, и та тоже Жигули. Короче, все с копом начинают разбегаться. Вот эта вся банда. Вот, Жигули синяя удирает. Тут еще такси прилетает выстреливать. Ну, в общем, они на пятницу 13-е устроили шабаш. Эти черти. Эти черти-отравители устроили шабаш. Вот. Только начал снимать их, сразу они все поразбегались. Так, подогнали микроавтобус красного цвета В-382РТ. Номер В-382РТ. Выстреливать отравляющими газами мне в окна. Так, вот сразу начинает, после того, как я начинаю снимать, вот он начинает удирать сразу, этот микроавтобус с этими преступниками-отравителями. А под окнами сейчас у меня проехало такси, побрызгало. Не смог снять. Так, вот стоит такси, дует отравляющим газом мне. Подъехал под самый этот. Под самое окно. И сидит на телефоне, падла, дует отравляющим газом в окна. Вот он, стал так, чтобы номера было не видно. Снова этот К-700.
Трактор с пневмопушками дует отравляющий газ. Там можно всего на него навешать. Так же, как вот иномарки белые стоят, могут выстреливать, оснащенные этими пневмопушками. Так же, как на «Газели», так же, как и на «Волге», которые я снимал. Снова вот каблучок «Канга». И вот там целая масса автомобилей маневрирует, дует, ну, устраивают представление, и вот, и дуют отравляющими газами. Так, и тут еще вот подъехала у нас будка большая. Большая тоже стала, ну, сделали искусственный затор из вот этих вот шакалов. Ну, а будка стоит и дует отравляющим газом мне в окно. Остановилась, чтобы дуть. Или кто-то из них. Ну, однозначно, вот будка сразу это... Сразу начинает удирать. Куда-то те разъезжаются. Ну, вот так они действуют, эти мерзавцы, преступники, отравители. Вот. Мне напустили тут полный этот запах меркоптана, отравляющее вещество типа ВХ, нервно-паралитического действия. Вот только что, вот они напустили. Они уже пускают в течение 15 минут по кругу эти мерзавцы. Эти мерзавцы-отравители. Шакалы вот эти вот. Вот. Ну вот, что и требовалось, да, когда будка удирает. А преступники как вели свою преступную деятельность, так и ведут. И спецслужбы, которые их корректируют и направляют, и ведут за мной незаконную слежку, прослушку, отслеживание полностью, полное ведется. Человека, который не совершил ни одного преступления и не было ни предъявлено никаких обвинений, они тайно преследуют незаконно и отравляют отравляющими газами и отравляющими веществами. Ежедневно, десятки раз предпринимают попытки газовой атаки. Так, приехала фура дуть мне под окна прямо. Здоровенная. И это банда преступников. Вот, прямо прямо под окна, чтобы надуть, набрызгать, подгоняют. И там он сразу едет, брызгает окна. В-721ТН. Универсал темно-зеленый. Opel. Так, этот у нас Рено Е313ВА номер. Подъезжает тоже. Тоже, но я не поверю, что нельзя было. Вот он
сунется куда непонятно, но чтобы развернуться на мои окна. Ну вот. Чтобы на окна кругом. Идут отравляющим газом вокруг. Вот я вижу, у него под бампером уже тоже там труба сделана, чтобы отравляющий газ поддувать как раз мне на выход, на подъезд. Вот он омыватель включил, чтобы брызнуть на окна мне. Включает там, короче, омыватели и все такое. И это все они на пятницу 13-е сделали, эти все черти сатанинские, отравители мерзкие. Все на пятницу 13-е. Это такие совпадения не бывают. Так, и тут же подогнали красный Опель под окно. Вот, мерзавец. Подъехал под самое это, на выход, на подъезд. Этот красный Опель, он постоянно здесь околачивается и брызгает, и травит меня газом и ядами. Красный Opel Kadett. Вот он, этот Opel. Opel Kadett красного цвета стоит прямо под самыми окнами у меня, под ванной. Под туалетом с ванной. Вот они, мерзавцы, что вытворяют, все, в пятницу 13-го. И тут же эта фура стоит, и тут же этот Opel красный. Так, вот подогнали, под самое это, В494ОУ, Opel, брызгать на окна, на двери, на выходные. И там фура тоже самая стоит. Отравители чертов. Так, вот Opel уезжает. И как я говорил, у водителя в ухе Bluetooth, по которому он получает команды от своих спецслужбистских диспетчеров. Вот он ездит туда-сюда, там, к моему подъезду обрызгать. Вот этот красный Opel. У водителя в ухе Bluetooth. Развернулся специально, получил команду, чтоб его не видно было.